Эстафетные команды школьников первыми приняли старт. Каждая мечтает взойти на пьедестал почета. В коллективах по 7 парней и 7 девушек силы уравняли регламентом. 14 этапов протяженностью от 100 до 1000 метров. Ребятам из областного центра в спину дышат сельские. Уже несколько лет подряд учащиеся Луговской средней школы Таврического района соперничают с ребятами 123-й школы, к слову, чемпионами прошлого года. В году нынешнем желание победить у сельской команды было настолько сильным, что, захватив лидерство с первого этапа, школьники уже не упустили его. Но главное желание, что нравится, нужно бегать и заниматься. И верить, главное верить. Следующими старт приняли студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и преподаватели. Здесь все пошло по похожему сценарию. За право сорвать финишную ленту вступили в спор извечные соперники – университет физкультуры и училище Олимпийского резерва. Не один раз на дистанции сменялся лидер, но на финише первыми стали все же олимпийцы. Даром мы называемся училищем Олимпийского резерва, мы должны поддерживать свой высокий уровень. Пока там это из года в год. Нам удается, результаты растут, и вот результаты все выше, выше, отрыв больше. Мы сплоченная, дружная команда, мы все их победили только уверенным движением вперед! Ура! И училище Олимпийского резерва, и университет физкультуры – самые спортивные учебные заведения региона. И именно им, как никому другому, известен вкус победы. Однако на трассе в этот день были и те, для кого сам выход на дистанцию – уже большая победа над собой. Праздник хороший, бежалось легко. Главное, я свою задачу выполнила, мы заняли второе место. Я очень рада. У меня дочь принимала участие тоже в этих соревнованиях. Она выступала за команду своего колледжа. Они выступили хуже, чем мы. Меня это очень радует. Подарки в этот день получили не только чемпионы и призеры. Первые 6 команд школьников и первые 3 команды студентов получили денежные сертификаты от правительства региона. Эти деньги они потратят на улучшение материально-спортивной базы своих образовательных учреждений.